Еврокомиссия отклонила доработанный проект госбюджета Италии на 2019 год. Первый документ, представленный Римом, Брюссель отверг еще в октябре. Он противоречил союзному соглашению по налоговой и бюджетной политике. В новом проекте мало что изменилось. Популистское правительство по-прежнему предусматривает чрезмерный дефицит, тогда как еще в июне ЕС рекомендовал Италии его сократить на 8,9%. По словам еврокомиссара по финансовым и экономическим вопросам Пьера Московиси, в течение ближайших двух недель страны-члены ЕС должны заявить, согласны ли они с оценкой Еврокомиссии, после чего Риму могут грозить дисциплинарное наказание и даже финансовые санкции.